Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, сегодняшнее видео по проекту Wikimoney Pro. Проект не перестает радовать. Это хорошо, что я сюда зашла. Спасибо моему спонсору, что позвал. Значит, я здесь уже заработала 2040 рублей. И прежде чем начать, хочу сказать, некоторые партнеры регистрируются не под своего рефера. Ну, регистрируются к одному человеку, попадают к вышестоящему спонсору, к другому. Значит, это может быть потому, что когда вы проходите по ссылочке, или ссылочка некорректно скопирована, или же вы перешли по ссылочке, начали изучать кабинет, как бы, да, на главной страничке. Надо же посмотреть, куда мы заходим. Вот. Потом, может быть, отошли, ну, минут на 5-10, потом вернулись и начали регистрироваться, да? Ссылка уже некорректна. Такого никогда нельзя делать. Нужно возвращаться опять, как бы, по новой скопировать ссылочку реферальную. И опять по новой уже как бы регистрироваться. Потому что ссылочка, она уже становится некорректной. Ну, вы поняли меня. Поэтому я всегда проверяю. Я сначала перехожу, вот меня пригласили. Перейду по ссылочке, посмотрю, что за проект. Потом я возвращаюсь, по новой копирую реферальную ссылочку. И уже после этого начинаю регистрироваться. И всегда проверяю своего спонсора, под кого я регистрируюсь. А это особенно важно, когда человек знает, под кого он регистрируется. Ну, как я уже сказала, 2040 рублей я уже заработала. Проект радует. Вот это вот вчера две выплаты мне пришло. Я видео уже не делала. Вот 9,90 мне капнуло. И 50 рублей. ПР у нас берет комиссию. Это вчерашний. И вот сегодня мне уже принес... капнула по 50 рублей 4 выплаты. Вот, значит, 11.02 50 рублей. Еще 50 рублей 11.02. Еще 50 11.02. И еще 50 рублей 11.02. Это все с проектом не капает денежка. Значит, и хочу обратить... Ну, вот здесь статистика есть. Здесь как бы все можно просмотреть, все прозрачно и все супер. Так, история операций. Так, история операций, статистика. Вот, смотрите, начисление, активация. Я вот вчера активировала, еще продлила два тарифа своих, там не стала я ждать, чтобы по окончании как бы. Так, вот я и бинар, и тренар вчера. И вот тут опять все начисления, вход начисления, одни начисления. Так. Далее что у нас? Так, тарифные планы. Смотрите. Вот этот фри, как я сказала, без этих двух нельзя как бы активировать. Или активируете один за 250 сначала, а потом уже вкладочку фри. Я думаю, вот этот как бы фри, как бы стол, скажем, да, вот он многих вводит в заблуждение, что, наверное, все делают после регистрации, думают, сейчас, ага, я зарегистрируюсь, активирую бесплатную как бы линейную матрицу, и мне будет денежка капать. Нет. Сначала надо активировать или за 250 матричку, или за 600. Смотрите по финансам. Или эту, или эту, или две обе. И тогда уже можно активировать матричку линейную. Так. Далее. Нажимая структура старт, хочу обратить ваше внимание на надпись. Я продлила. У меня сегодня бы вот истек бы срок. Как бы мне надо было сегодня активировать как площадку, да, за 250. Но что здесь написано? Вот эту надпись обязательно нужно прочесть.
Смотрите, начисления начнут поступать на ваш PR-кошелек автоматически в течение 7 дней. Это зависит от вашей позиции в глобальной структуре тарифа и от скорости продвижения подписок другими участниками. Рекомендуем заранее продлевать подписку на тариф. Вот что я и сделала. Это может сократить время до получения выплат. Если вы только что купили подписку, то продление будет доступно сразу после переворота структуры, но не позже срока окончания подписки. Так. Просроченная подписка автоматически ликвидирует вашу позицию в глобальной структуре этого тарифа. Это понятно. Обязательно прочтите вот это. Ну, в принципе, на этом все. Проект супер, мне очень понравился. Здесь партнеры, настройки, информация. Есть чат Telegram. Нажмете и добавитесь. У меня с этим Telegram полная беда, чтобы мне попасть в него, конечно. Это что-то. Ну вот, Вики Мани Про, официальный чат. Можно добавиться, чтобы быть в курсе новостей. Да, и еще, знаете, что я хотела сказать? Значит, когда будете активировать или за 250, или за 600, чтобы получить линейный, так, структура, маркетинг, активировать. Вы сначала активируете или этот, или этот. Так, нажимаю. Самое главное, забыла вам сказать. Вы приобретете пакет, например, за 250 рублей. Далее, как бы... Ой, так, что-то у меня... Так, линейная структура. Вот так. Нет, опять. Ага, вот здесь, смотрите. Чтобы вы... Вот сначала купите, и чтобы сделать вот эту линейную структуру free, нужно сделать репост и участвовать. Вот здесь вкладочка, да? Нажимаете. У меня сделан, я как бы, у меня не сделан, но как бы активировано все. Даже надо посмотреть. Так, тарифные планы за 250. Не-а. Так, тарифные планы. Так, продлить участие. Так, у меня все продлено. И там, и сям. Ну-ка. Так. Но у меня все продлено, как бы, да? Кабинет. Ведь так. Вот, линейно. Вот у меня все активно. Мне не надо. А вы же, когда купите сначала за 250 или за 600, вот там нажмете на вкладочку «Сделать репост», потом уже активируете линейную матричку. Приглашаю в проект. Проект супер, мне очень нравится. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!